В Молдове продолжается предтестирование учеников, проверка знаний перед предстоящими экзаменами. Румыноязычные лицеисты сегодня сдавали румынский язык и литературу. Сами они нам признали, что задания были достаточно легкими, так как они интенсивно готовились. Учителя уверены, пройденный материал усвоили, подкрепили знания и готовы на все 100. Все прошло без эмоций. Я давно готовился, поэтому не переживал. Задания были слишком легкие. Думаю, должны были быть посложнее. Все написал? Да, все успел написать. Хотя до экзамена время еще есть, многие уверены, что будет легко так же, как и на предтестировании. Тесты были достаточно простые, где-то средней сложности. Я справилась со всеми заданиями и написала довольно быстро. То есть особо не задумывалась о том, что это сложно и что мне нужно что-то вспомнить. Могу сказать, что претестирование было достаточно доступным для учеников, потому что большую часть материала мы проходили в школе. Уже из изученных дома произведений я приводила примеры, поэтому смогла все написать. Все же легко было не всем. Некоторые затруднились пройти все задания. Говорят, это знак, что надо подготовиться лучше. С наибольшей трудностью столкнулся в последнем упражнении – написание эссе, потому что оно самое объемное и нужно было очень много писать. В эссе было лирическое произведение, но я готовился к эпическому или хотя бы к драматическому, поэтому для меня это было неожиданностью. Но хорошо, что я помню материал, который мы проходили в классе. Кажется, я справился с заданием. Учителя в своих учениках уверены. Считаю, что наши ученики достаточно подготовлены к сегодняшнему тесту, а также к тесту на степень бакалавра. Они усвоили достаточные знания и навыки работы с текстом, которые позволят им решить задание на экзамене. Продлится предтестирование до 5 апреля. По данным Минобразования, в этом году в Молдове экзамены на степень бакалавра будут сдавать 19 тысяч лицеистов. Сейчас к выпускным экзаменам готовится 29 тысяч девятиклассников.